У вересні у просторі між обшивками арки нового безпечного конфайнмента проходять роботи з перевірки затяжки болтових з'єднань конструкції арки. Такі роботи проводяться щорічно, щоб упевнитися, що конструкції, які є основою арки, надійно закріплені на своїх місцях. На місці проведення робіт процес перевірки коментує провідний інженер цеху експлуатації нового безпечного конфайнмента і об'єкта укриття Євген Драпов. На даний момент ми знаходимося в кольцевому пространстві северної сторони арки. Кольцевое пространство – это пространство между внешней и внутренней обшивкой арки. То есть там внутренняя обшивка, за ней уже находится основной объем, объект укрытия. Слева у нас внешняя обшивка, там улица. В этом пространстве находятся основные металлоконструкции арки, вот мы видим. То есть вот эти колонны, они распределяют нагрузку на шарнирные опоры. На данный момент здесь производятся работы по контролю затяжки болтов. Они производятся с помощью динамометрического ключа. Выставлен определенный момент затяжки. Как только ключ преломляется, значит момент затяжки выдержан и болты в своем проектном положении. Болты имеют свою специфику. Это болты с контролируемым моментом затяжки фирмы TCB. То есть эта фирма расшифровывается как Tension Control Bolts, производитель Великобритания. Этот болт имеет скользящий хвостовик, головку так называемую, с помощью которой выполняется контролируемый момент затяжки. Для затяжки таких болтов применяют специальные гайковерты, безударные так называемые, с двумя головками. То есть внешняя головка захватывает гайку и крутит ее по часовой стрелке. При этом внутренняя головка держит сам стержень болта за плавающий хвостовик. В момент, когда гайка плотно натягивается, внешняя головка перестает крутиться, потому что уже усилие проектное достигнуто. И тогда внутренняя головка начинает крутить хвостовик в противоположную сторону. И когда происходит контролируемый момент затяжки, хвостовик этот обламывается, что говорит о том, что болт затянут правильно и по проектному значению. Этот болт покрыт специальным покрытием, который обеспечивает, покрытие обеспечивает сухую смазку во время затяжки болтов, а также длительную коррозионную защиту. Производитель заявляет срок эксплуатации таких болтов уже в собранном узле, в затянутом виде, 150 лет. То есть для нашего проекта это более чем достаточно. У нас проект рассчитан на 100 лет. При сооружении основных конструкций арки было использовано порядка 650 тысяч таких самозатягивающихся болтов. Узлов болтовых соединений около 4 тысяч. В основных конструкциях арки. Работы необходимо проводить раз в год. То есть раз в год мы проверяем 10% болтов в узле. В течение 10 лет мы проверяем 100% узлов. Ну и также, это плановые работы раз в год. Ну и также, если произойдет какое-то экстремальное событие, это если температура опустится ниже 35 градусов в кольцевом пространстве или повысится выше 45 градусов, если произойдет землетрясение свыше 6 баллов или смерч классом F3, ну также, если какие-то аварийные ситуации, то тоже надо проверять болты.